В Одинцовском городском округе 16 июля было зарегистрировано сразу два сообщения о пожилых людях, потерявшихся в лесу. Одна женщина заблудилась в районе деревни Анашкино, вторая – недалеко от деревни Дяденьково. На поиск пропавших граждан выдвинулись специалисты Центра гражданской защиты, сотрудники полиции и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». Обе заблудившиеся женщины были найдены, медицинская помощь им не потребовалась.